Ну никак не могу. Сейчас она только что кричала: я не хочу целоваться с кем там? С новым партнером по площадке. Не хочу, говорит, целоваться с ним. Ты не поверишь, я так и хотела сказать, ты родился с таким гримом, поэтому тебе ничего не надо. А мне, видишь, мне добавляют. Своих как будто синяков не хватает. С Ваней, Ваня. А, Ваня стоит рядом. Ну, слушай, я Ваню к себе не пропускаю, так как тебя я никого не пропускаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Короче. Ну, в общем, человек 30. Да, понял. Это режиссер. Да, да, а вот Ваня. Ваня. Да ладно, Андрюш, ты что, я тебя только люблю. Правда, честно. Сашка, привет. Друзья, всем привет. Новый день, новая жизнь. Угадайте, с кем я? Раз, два. Вам передаем большой-большой привет. Господа, вчера Сашу жалели, дожалели до такой степени, что лучше бы не Ксюшу жалели, а Сашу, а то вот Ксюшина мама здесь приехала, и приехала... Редиску ест и меня ругает. Поздоровайся с каналом. Привет. Канал. Что это такое? Дубль два! Дубль два. Ну. Привет. Все. А, третий дубль. Ну что, всем доброе утро, хорошего дня. Посмотрите, какая у меня локация сегодня. Уточки сидят. Вот здесь топиться буду. Вот в этой воде. Вот в этой воде. Видите, какая чистенькая, стоящая вода. В общем, Андрей и Алексей Юрьевич. Если я что сделала не так, простите. Надеюсь, все сегодня пройдет хорошо. Делайте кружочки, ребятки. Это вы мне звоните только, а я хочу кружочки. Я думаю, все хотят кружочки. Вот так. Сижу, жду. Да. Сегодня все такие злые, вы даже не представляете. Потому что очень много снимать. Локация один день. И нужно все снять. У нас сцен, наверное, 12 или 14. Это просто какой-то кошмар. Все злые. Так вот. Главное, чтобы этот день прошел. Доброе утро. Всем хорошего дня. Мне сегодня четвертая смена, утро далось не так легко, как обычно. Видимо, накопилось и хочется спать. Но все хорошо. И в свое удовольствие. Но пересыпать тоже плохо. Я не люблю, когда я слишком много сплю. Тогда я вообще мало люблю спать. Но тут, видимо, за все эти дни оно накопилось. И вот я чуть-чуть погуляла сегодня, совсем чуть-чуть по Минску погуляла, вернулась в номер и просто рухнула, заснула, не представляете как. А сама я всегда просто всем говорю, да нет, я не люблю спать. Люблю, когда сна нету долго, люблю, организм любит. И в свое удовольствие, но пересыпать тоже плохо, я не люблю, когда я слишком много сплю. Тогда я вообще мало люблю спать, но тут, видимо, за все эти дни оно накопилось. И вот я чуть-чуть погуляла сегодня, совсем чуть-чуть по Минску погуляла, вернулась в номер и просто рухнула, заснула, не представляете как. А сама я всегда просто всем говорю, да нет, я не люблю спать, люблю. Люблю, когда сна нету долго, люблю. Организм любит. Ой, какие вы классные, я только сейчас увидела это видео. О, как я хочу к вам. А меня завтра будут топить. Я так радостно об этом говорю. Но может для кого-то это радостная новость. Так что такие дела. Очень здорово, я так рада, что Аня, Андрей, Алексей Юрьевич. Ну! Эх! Алексей Юрьевич, вы не злитесь.
Я вас тоже очень сильно люблю. Андрюшу, вас очень сильно люблю. Ой, что там происходит интересное. Ой, друзья, всем привет. Привет. Сегодня у Алексея Юрьевича. Алексей Юрьевич там ищет что-то в шкафу. Вот, Сашка, привет, как у тебя дела? У Сашки отцепной сегодня, наконец-то. Я вчера тоже очень поздно закончил. Снимали долго, реально. Сначала первые, наверное, 4 часа. Я приехал на площадку в час. Первые 4 часа я просто сидел, потому что, не знаю, у них какое-то опоздание было по таймингу. Уже обед начался. Я должен был до обеда сниматься, начать. Короче, вот так. Вот, поэтому Сашка там работает, не покладая рук. Я сидел в вагончике. Но, как говорится, актерская профессия – это профессия, где надо уметь ждать. Вот так. Но сейчас приехал заниматься. Вот, Алексей Юрьевич, что это? Ух ты! Ух ты! Реквизит. Ни хрена меня не отпустили. Это просто кадр. Кадр. Переодеваться. Ой, да, каштан, хороший у тебя грим. У меня был сейчас самый быстрый грим в мире, меня взяли, прилизали. На, и все. И больше ничего не делали. Так, потому что я уже по жизни загримирован для кино. Родился таким. Вот, а так. Видел, ты там видосы снимаешь с Ваней. Партнером новым твоим. Ну, как тебе работать с ним? Хорошо? Лучше, чем со мной? Ну что? Я наистерилась. Наплакалась. На год вперед точно. Спасибо Андрею. Я его вспоминала. Спасибо Алексею Юрьевичу. Всех вас вспоминала. У меня все такие сцены были. Просто кошмар. Так вот. Теперь болит голова, и надо бы смывать все это и валить. Отдыхать, потому что завтра очень ранний вызов. А вы как? Как вы? Андрей, как ты? Не смывайтесь. Хорошо. Пошли, ну вот, меня оставляют. На какую сцену? Привет. Долб. Такая колбаска. Да? Колбаску мою хорошую. Ой. По рыси скучаешь, наверное, да? Всем привет. Знаете, что хотела сказать? Сон — это важно. Очень важно. А еще у меня вот такого... Нет, у меня было такое очень давно на каких-то съемках, вроде на «Невесте Камдива». А, и на «Отеле Фениксе» сильно было. Оказывается, очень сильно умеет кожа уставать от грима. И что с этим делать? Мне посоветовали именно взять маску. Но я взяла не маску, а какой-то этот, как это, эссенцию с витамином С. Витамин С достаточно, хорошо восстанавливает. И вот у меня один день, чтобы хоть как-то восстановить кожу. И сон. Сон восстанавливает все. Так что спите. Спите много. Всем привет. Завтра я уезжаю. Пришлось на один день задержаться, потому что здесь были дела. Да, Алексей Ильич? А он разговаривает по телефону. Он деловой какой. Не могу. Мужчина. Долб и Алексей Юрьевич. Как отдельное искусство. Да? А там Андрей. Вот. Так что я еще здесь.